Я сейчас в парке Царицына. Ну, немножечко опоздала на теплую золотую осень. Но как-то все не получалось. И я приехала сюда проводить осень. У меня совершенно не грустное настроение. Совершенно не грустное. А дело в том, что совершенно недавно я разбирала свои флешки, и я нашла фотографии, не помню, может быть, 7 или 8 летней давности, когда мы сюда с приятельницей ходили в самую золотую теплую пору, осеннюю пору, и она на свой профессиональный аппарат, фотоаппарат, фотографировала золотую осень. И мне сегодня хочется просто в этот ролик вставить вот эти вот яркие осенние зарисовочки. И все-таки народу очень много. Все отдыхают, гуляют. Очень много иностранцев. Необыкновенно красив Царицынский ансамбль. Но я сегодня не буду пробегаться по этому ансамблю. В следующий раз. Помню, как мы с своей приятельницей ходили, бродили по этим извилистым дорожкам и набирали полные охапки яркой золотой листвы. Раньше вообще не любила фотографироваться, и у меня очень-очень мало фотографий. А сейчас смотрю на те снимки, которые делала моя приятельница здесь, в Царицыно, и думаю, какая же я глупенькая, надо было больше фотографий делать, потому что на фоне яркой осени любая женщина прекрасна. Ba ba ba.
просто меня воспоминания мои. Горит оранжевый наряд, и воздух свеж, и журавли курлычат в небе. И кажется, что мы с тобой не расставались никогда. Ты словно солнце